Город рассказывал, с каждым годом преображается. Строятся жилые помещения, торговые здания. Создаются парки и сады. После деятельности рабочих и строителей, а также активного отдыха людей, остается много мусора, который зачастую попадает в водоемы, где скапливается в самых отдаленных их участках. По данным онлайн-опроса 2020 года, который проходил в рамках национального проекта «Экология», Рассказовские реки считаются одними из самых загрязненных в Тамбовской области, что неудивительно. Бытовые производственные отходы, а также слив и нечистоты в реке, образуют свалки прямо в водоемах, что ухудшает качество воды и снижает ее уровень в некоторых местах. Наибольшим загрязнением подвержены реки Арженка и Лесной Тамбов, пруд Круча, ручьи Дубовый и Дунайчик. Ведь на данных водоемах собирается большее количество отдыхающих. Житель микрорайона Арженка Александр Петрович поделился своим мнением о состоянии реки на сегодняшний день с местным названием «Семилетка». У вас все очистные идут в речку. И все очистные в пятиэтажках все идут туда. И у нас даже рыбу кошки не едят. У меня очистки никакой нету. Стоит отметить, что в очистке нуждаются не только реки, но и территории вокруг них.